Всем привет, с вами я, украинский Тимофей, и сегодня это видео будет по войне против украинского драка. Я увидел это видео, я все, конечно, понимаю, но... Короче, завтра начнется реальная война против нас. Будет, а кстати, я могу сделать такое сравнение, типа, кто сильнее, я или он? Конечно, я, потому что это же логика. Ладно, ты, конечно, это видео, может, не видишь, но уже когда будешь смотреть, видишь. Короче, я все понимаю тебя, я понимаю твои, все твое. Ты еще хочешь, чтобы я не плагиатель, но я это не брал твое, наверное, это я сам придумал. Ты еще хочешь, чтобы я простил тебя? Это я только мое решение, если я это могу сделать. И вот. Что я вам вообще хотела сказать? Это запрещенное видео. Я даже напишу это название видео. Запрещенное видео. Так. Поезд едет. Нужно догнать его. Электричка проезжает. Ну вот. И что же я вообще хотела сказать? Видео, да, ну это же запрещенное. Ты еще хочешь, чтобы я постил? Тогда этого может не быть. Конечно, вчера я был у него, если что. Мы там вообще не ссорились. Если он будет мое плагиатить, я вообще его забаню. Так, это все, этот поезд чуть будет ехать. И, короче, допустим, лучше так за всем случилось, смотрите, вот так вот, смотрите, в реальной жизни, вот так вот, о-о-о, вот так вот, о, вот так вот, лучше с ним случилось. Ладно, не буду его обижать, это видео, Так, ребят, это уже продолжение, и завтра может начаться война против нас двоих. И вот, короче, она будет длиться всего лишь 10 часов. Это наши будут переговоры, и никого я не плагиатель. Если ты, наверное, это ты врёшь, а не я. Я старше тебя на пару месяцев. Это я уже говорил тебе в Вайбере. Так, кстати, мы переписывались. Вот. А ты что, вот это вот так вот я тебе сделал и тебя сбил просто. Блин, я в воду упал. Что такое? Ну вот, ребята, это уже видео подошло к концу. Запрещен! Я бы все уже сказал. Но это же все я хотел сказать против врага моего. И лучше посмотреть, что я сейчас взял биту. Смотрите. Это он. И на, вот так вот тебя ударил, как бы по грани. Да, и упал от машины. Война начинается. На тебе, Арсений. Ха, ты не можешь меня догнать. Получай. Ха-ха-ха. Ладно, не буду вас задерживать пока, ребята.